Всем привет, с вами я, Алена. Я нахожусь в магазине Fix Price. Это Балашиха, проспект Ленина, 81. Давайте с вами посмотрим на новинки этого магазина. Декоративные тарелки для украшений. Выполнены они из гипса. Качественные, красивые. Стоят они 99 рублей. Новые расчески для волос. Цена 149 рублей. Есть вот такие широкие. И есть щетки-брашинги круглые. Такая осталась последняя, только в синем цвете. А широкие в трех цветах представлены у нас. Вот такую прелесть оценят маленькие модницы. Расческа 149 рублей. Она со сквишем. Это игрушка антистресс, мялка. Расческа небольшая, круглая. Сделана качественно. На выбор три варианта. Пока снимала, последнюю круглую забрали. Новые маски для глаз. 149 рублей. В этот раз они вот такие приятные, с глиттером, с блестками. Состав ПВХ, полиэстер, гель, 80% вода, 10% метилцеллюлоза и 10% глицерин. Также ПЭТ. Можно использовать двумя способами, горячим и холодным. Смотря какого эффекта вы хотите добиться. У нас я нашла 4 варианта. Большие бигуди, липучки, 149 рублей. Здесь 5 штук в комплекте. И разные цвета. Есть голубые, вот такие яркие, зеленые, неоновые. И такие же яркие розовые. Производитель Китай, полипропилен, нейлон. И вот они размеры бигудишек. К нам снова привезли вот эти все органайзеры. Они все теперь есть в продаже. Кто не успел, пожалуйста, приходите. Снова большое количество. Косметички новые за 199 рублей. Покажу поближе размеры. Производитель Китай. Внутри подкладка. И она такое ощущение, что хлопковая. А в составе здесь ПВХ. Подкладка 60% полиэстер и 40% хлопка. Да. Также в дополнение здесь нейлон и сталь. На выбор три расцветки. Еще одна новая косметичка. Ее стоимость также 199 рублей. Посмотрите, какая интересная подкладка в полосочку. Но минус этой косметички – это металлическая молния. Такая молния, скорее всего, будет заедать. Размеры поближе. И здесь вот такие три расцветки. Кисти для макияжа давно есть в продаже, но в таком золотом цвете я вижу первый раз. 199 рублей, здесь 5 кисточек. Кто брал, пишите, как вам качество. Выполнены они из полистирола, алюминия и нейлона. Декоративные домики, 249 рублей. Размер 18 на 15 на 12 сантиметров. Есть вот такой вот вариант, потемнее домик. И есть посветлее. Изготовитель город Москва. Состав фанера. Еще одна новинка в этом отделе. Это вот такой вот настольный органайзер. Вот такой вот деревянный вариант, не крашеный. И ярко-зеленый. Сзади ножка. Изготовитель ООО «Подарки», город Москва, состав фанера, береза и также краска. В
подорожал корм от Perfect Fit. Раньше я брала для своей кошечки, он стоил 199 рублей, теперь 249 рублей. Беру для стерилизованных кошек с курицей, и здесь 650 грамм. Есть также для домашних, тоже 650 грамм, и тоже 249 рублей. От Parly новая крем-пена для ванн. Два варианта. Здесь 500 миллилитров, и стоят они 99 рублей. Запахи хоть и вкусные, но мне показались какие-то уж слишком химические. Крем-пенка для умывания от марки Мирине. Это Корея. Здесь 100 миллилитров, 149 рублей. С матирующим эффектом. Не содержит СЛС, СЛС, парабены. Подходит для комбинированной жирной кожи, очищает и сужает поры. 149 рублей. Это бальзам-маска от Чистая Линия. Свежесть и мягкость с яблоком и мятой. Подходит для всех типов волос, не содержит силиконы. И также подходит для ежедневного применения. Здесь 370 миллилитров. Большая упаковка кондиционера для белья. Секрет лаванды, известная марка. 75 стирок. И здесь сразу двойной ценничек. Если у вас есть карта, то вам такой кондиционер обойдется всего лишь 212 рублей. С антистатическим эффектом, мягкость ткани, свежий аромат. И от этого же производителя тоже большая упаковка геля для стирки. Гель универсальный, не оставляет разводы, подходит для всех типов белья. 75 стирок. Также двойной ценничек. Если у вас есть карта, вам он обойдется в 255 рублей. Не содержит фосфаты, фосфонаты. И подходит даже для стирки при 90 градусах. Производитель Cotton Club. Это Балашиха. Также подходит для ручной стирки. Новый чистящий порошок от Санита. Антижир. Устраняет застаревший жир. 49,50 стоит такая баночка. Здесь 400 грамм. Можно использовать как на кухне, так и в ванной комнате. Вот еще одна интересная новинка. Это эко-гель. 5 в 1. 500 миллилитров. 79 рублей. 100% безопасен этот гель. Подходит для чистки СВЧ, печей, раковин, казанов, сковородок и плит. С лимонной кислотой и эфирным маслом лайма. Ну, Балашиха совсем прям разошлась. Смотрите, тот же Cotton Club выпускает теперь прокладки. Три вида у нас. Вот такие 8 штучек. Супер. 99 рублей. Есть 7 штучек. Здесь ночные. Цена такая же. Везде 99 рублей. И 10 штучек Normal. Тоже 99 рублей. Новинка в отделе товаров для ванной комнаты. Это вот такая вешалка для ванной. Размер ее 21 на 9 на 7 сантиметров. Стоит она 99 рублей. Крепится при помощи вот таких специальных крючков, самоклеющихся. В составе нержавеющая сталь, и крючки выполнены из ПВХ. Не так давно показывала вам вот такие боксы для хранения с новогодним декором, с такими снежинками. 149 рублей. Вот они, размеры этого бокса. Появился новый. Здесь вот такая сине-зеленая ручка и защелка. По-моему, здесь пластик подходит для пищевых продуктов. А, нет, никакого такого значка нет, ошибаюсь. И производитель Россия Уникопласт. Да. И пряжу. В прошлый раз я вам показывала только серую, вот эту шерстяную. От Пихорка, сельский мотив. Есть еще вот такая вот молочно-белая. Стоит она 99 рублей. Новая алмазная мозаика. Детки, я думаю, оценят такие наборы для творчества. Схема сборки на коробочке, но здесь, в принципе, вообще не сложно. Собери всю коллекцию.
ценника нет, только-только их вывесили. Сейчас пойду на кассу. Стоят такие алмазные мозаики 99 рублей. И в обычных алмазных мозаиках, к которым мы уже давно все привыкли, появились новинки. Вот такой вот букет маков в вазе. Все для сборки в комплекте. Стоят они 99 рублей, но сейчас, если у вас есть карта фикс-прайс, они вам обойдутся, такие алмазные мозаики, всего лишь 85 рублей. Киса. И последний вариант, вот такой венок. Новые вешалки, три расцветки в продаже. Комплект здесь две штучки, стоят 79 рублей. Вешалки крепкие. Мне понравились. И сам крючок поворотный, что тоже несомненный плюс. Производитель здесь Китай. Выполнены они из полипропилена. К нам снова привезли антистатик. Вот такой вот от марки Velor. 79 рублей, 200 миллилитров. Подходит для любых типов тканей. Устраняет статическое электричество. Обладает приятным запахом. И производитель здесь Смоленская область, город Вязьма. Снова к нам приехали вот такие вот большие корзинки. Называются они Вязь. Объем 14 литров. Стоят они 249 рублей. Два цвета. Цвета спокойные, красивые. Производитель Виолет Пласт, Россия. Пластик подходит для пищевых продуктов. Они с крышкой. Эти корзинки хорошо стабилируются, можно их ставить друг на друга, прям целую такую башню построить. Ну, пластик, конечно, тонковат, но в целом очень хорошие корзинки. В книжном отделе для деток появилась вот такая большая книга находилок, бродилок и лабиринтов. Стоит она всего лишь 99 рублей, здесь несколько вариантов. Первый – это «Русалки». Второй вариант – единороги. Третий – волшебный мир. И, конечно, они больше для девочек. И четвертый вариант – вот такая вот большая книга лабиринтов и загадок. Вот это уже, наверное, для мальчиков подойдет. А еще покажу вам новые водолазки для мальчиков, для девочек, 299 рублей. Качество хорошее, мне понравились. Состав 95% хлопка, 5% эластан. Размеры разные. Вот есть 26, 32, это рост 122 сантиметра. Здесь тоже 32, и вот они такие вот. Еще есть вот такая расцветка. Смотрите, какая прелесть. Новая акварель. Называется она «Палитра». Это марка «Луч». 149 рублей. Цвета, конечно, сказочные. Но получается, цвета-то одни и те же. Просто разные цвета упаковок. Да. Еще вот такая вот яркая салатовая упаковка и белая. Детские шорты новые. Здесь такой вот очень хороший износостойкий материал. Производство Кыргызстан. Размеры разные. Состав 100% хлопок. Шорты на резинке. Резинка не прихвачена. Вполне возможно будет перекручиваться, поэтому надо будет самим прихватить. И рисунок здесь – это наклейка. Тоже аккуратно, в горячей воде не стирать, утюгом не гладить. Разные расцветки и, соответственно, размеры тоже разные. Такие уже были, это старенькие. Яркие такие салатовые, потемнее. Жду, когда же к нам привезут худи, но все нету и нету. Очень жаль. А в отделе текстиля для дома новые коврики. Вы только посмотрите на них, какие они классные.
и размер его 0,5 на 0,8 сантиметра. Изготовитель ООО «Нева Тафт», это город Санкт-Петербург. Состав полипропилен, с обратной стороны прорезиненные, скользить вообще не будут, и вы только посмотрите на эти расцветки. По краям все заверлужено, все хорошо. Вот такой вот второй вариант. Третий. И четвертый. То ли у нас все уже разобрали, то ли их только вот чуть-чуть и положили, и привезли. Не знаю как. В общем, все очень классные. Новые женские шарфы 249 рублей. Размер 180 на 70 сантиметров. Состав полиэстер. На самом деле материал не очень такой приятный, он как стеклянный, что ли, прям так скользит. Мне не нравится. Но расцветки интересные. $249. Плетеные корзинки снова в продаже. Такой темно-серый цвет. 99 рублей с косичками. Производитель здесь Россия. И это, по-моему, Татарстан. Да, Татарстан. Пластик не подходит для пищевых продуктов. Во всяком случае, никаких значков нету. И есть еще вот такой приятный белый оттенок. Большой завоз вот таких корзинок. 149 рублей с разделителями 21 на 12 на 11 сантиметров. Ну, как по мне, так цена, конечно, сильно завышена. Раньше такие корзинки стоили 50-55 рублей. Состав полипропилен. Ну, вот тут уже какое-то пятнышко в самом пластике. Выбирайте. Цвета разные. Смотрите, какая прелесть. Тряпка для уборки. С кроликами, с зайчиками. Кто это? Размер ее 60 на 40 сантиметров. Состав полиэстер 80% и 20% полиамид. Стирать их можно при 30 градусах. К рукам цепляются ужасно. И давайте посмотрим, какие есть варианты. Но самое главное, это, конечно, не то, что к рукам цепляется. Главное, чтобы все работало. Чтобы хорошо она вытирала, убирала. Посмотрите, какая прелесть. Вот это мне больше нравится. Мой любимый отдел кухни начинается. Стопка мерная. Правильно называется джиггер. 59 рублей. И здесь два объема. Это 30 миллилитров и 15. Хороший, качественный. Мне понравился. Еще следующая новинка в этом отделе – это подставка под горячее, 99 рублей. С одной стороны она керамическая, а с другой – пробка. И разные варианты. Второй вариант – это вот такой вот чайник. И третий. Скорее ставь чайник, будем пить чай. Производитель Китай. Ой, посмотрите, какие еще есть классные подставки на стол. Диаметром 33 сантиметра. Они тоже пробковые. В составе пробка, МДФ и бумага. И стоят всего лишь 79 рублей. Посмотрим, может быть, еще какие варианты есть. Есть под мрамор. Вот такая темная. И еще один вариант. Снова в продаже мешок для замешивания теста. 6 в одном. В прошлый раз их разобрали достаточно быстро. Подходит для замешивания теста. Использование в качестве антипригарного покрытия в духовке. Для отжима сока. Для заморозки хранения продуктов. Для маринования овощей и мяса. И также подходит для приготовления пюре и фарша. Он выполнен из силикона. Можно мыть в посудомоечной машине. Вся инструкция вот у нас сзади на коробочке. Стоимость в этот раз 149 рублей.
Хорошая цена на силиконовые коврики для выпечки размером 40 на 30 сантиметров. Если у вас есть карта Fix Price, этот коврик вам обойдется в 127 рублей. Такой вот обычный. А есть цветные. Кстати, такие я первый раз вижу. Размер здесь другой. 29 на 26 сантиметров. Они поменьше. И стоят 79 рублей. Такой ярко-красный. Есть еще вот такой вот красивый цвет. И всего лишь 79 рублей. Еще здесь есть новинка в этом отделе. Это толкушка. Стоит она 149 рублей. Толкушка для картофеля. Все удивляются ее форме. Я вам скажу так, как человек, который пользуется такой толкушкой уже достаточно долго, это самая лучшая толкушка в мире. Лучше еще никто ничего не придумал. Единственный минус, это, ну, горячо держать над картофелем ее, поэтому я всегда одеваю перчатку специальную, ну такую, прихватку. И в ней готовлю пюре. Очень удобная, очень классная толкушка. Здесь такая прорезиненная ручка, 149 рублей. У меня не прям такая, но вот форма та же самая, с ручкой сверху. И снова в продаже сито, кружка сито, 149 рублей. Все мы их знаем, всем они уже полюбились. Разницы никакой нет, где покупать, в Экспрессе или в Галамарте. Раньше еще в Икее продавались, когда Икея у нас была. В общем, отличные кружки, 149 рублей, нержавеющая сталь. Можно смело брать. Баночки новые для спагетти, ну не только для спагетти, для любых сыпучих продуктов. 149 рублей, объем 1,3 литра. Ну здесь уже, вот уже царапинки. Поэтому очень-очень осторожно обращайтесь. Это жесть, производитель Китай. И три варианта. По-моему, вот это красненькая, самая классная. Недавно с вами смотрели вот такие емкости для масла. 560 мл, 249 рублей. И приехали к нам еще вот такие. Это Паша Бахче. Тяжеленькие. И объем здесь 360 мл. Только в зеленом цвете. Есть, кстати, отверстие для воздуха. Это плюс. Слушайте, стекло прям прозрачное-прозрачное. Классные такие бутылочки. Рекомендую. Так, новый графин с крышкой, большой, тоже Паша Бахче, тяжелый, продается в коробочке, интересные такие стеночки, соответственно, и донышко тоже фигурное, стекло толстое, классное, прозрачное, отличные графины. Немножко с вами похулиганим и заглянем в коробочки. К нам приехали новые стаканы. Это Паша Бахче. Предположу, что цена 79 рублей, но вот они только-только в коробочках еще стоят. 315 миллилитров. Город Бор. Классные. Такие для виски. И, я так понимаю, Хайбл тоже приехали? Ну да, конечно же. Вот они. Красота. Здесь 290 миллилитров. Новые тарелочки за 59 рублей. Ух ты ж, батюшки. 59 рублей, да, 20 сантиметров тарелка. Состав фаянс. Рисунок красивый. Посмотрим, может быть, еще что-то есть. Да, еще вот такие синие веточки. И также вот такие тарелки. Ну, наборы точек. Тут как бы Fix Price себе не изменяет. И еще один вариант. Добавили нам вот эти стаканы из керамики. 59 рублей, 430 миллилитров. Ну, качество, по-моему, от этого не улучшилось. Так они мне понравились. Первый раз я их видела. Когда у одного блогера, думаю, какие хорошие, куплю себе с удовольствием. Но вот сейчас вот кручу-верчу и выбрать ни один не могу. Все какие-то с браком. Ну вот что это? А еще есть черные. Такие еще не видела. Смотрите, что нам только-только вывесили.
такой симпатичный бокал на ножке. Кружка называется, правильно, 490 миллилитров, производитель Китай, и состав, соответственно, стекло. Такие кружки стоят 149 рублей. А еще новые бутылки для воды привезли нам в этот раз. Вот с такой вот ручкой, 99 рублей. Несколько вариантов, как всегда. Желтые, голубые, зеленые бутылочки. Посмотрим, что здесь написано. И розовые. Производитель Китай, объем 600 миллилитров. В составе здесь полиэтилен терефталат, полипропилен и полиэстер. А вот еще одни новые кружки. Посмотрите, какая прелесть, с кисой. Рисунок с двух сторон. Приятная форма. И состав здесь фаянс, 450 миллилитров. Есть киса, есть кролик или заяц, кто это? Кто-то из них, это точно. Ой, а еще есть лама, посмотрите. И сова. Четыре варианта. Новые конфеты от Россия. Шоколад и соленая карамель. 199 рублей, здесь 184 грамма. И состав вам поближе. Состав-то, в принципе-то, неплохой. Какао тертое здесь. Но есть и жир специального назначения из пальмового масла. На этом я буду с вами прощаться. Спасибо всем, кто был со мной до конца. Не забывайте ставить мне лайки. Вам не сложно, мне приятно. Берегите себя и своих близких. И всем отличного предновогоднего настроения. И до новых встреч. Пока-пока.